Всем привет, ребят, на моей маленькой аквариумной ферме. Очередной заказик задержался. Должен был его с утра отправить, но надо будет завтра с утра отправить. Но вот этот вот тернешечка, которая вот здесь, вот везде, с ней все хорошо, все прекрасно, она уедет в обед. Человек за часик должен мне позвонить, и тогда уже отправим ее. С вишенкой я вчера так и не поработал, но сейчас надо будет ее перебрать. И вот с утра приехал, сегодня я на работу в основную не еду. Смотрю, там коридоросы золотистые набросали немножечко икринки. Надо ее убрать оттуда, так как они у меня понемножечку заканчиваются. Вот я забросил сюда вчера тернешечку, и вода здесь помутнела капец. Ну и коридоросы, конечно же, поднимают вот эту вот всю взвесь. Надо тоже убраться. И немножечко перемещений на сегодня будет ого-го сколько. Ну и погнали, потому что время на месте не стоит. С вами Александр, и всем приятного дня. Вот, ребята, немножечко поработал, так как докормил всю рыбку, все хорошо, прекрасно, убрал с того аквариума икринку. Вот отсюда. Я так заметил пару штучек икринок, но на металле ого-го капец как много. Ну и сейчас вот покажу. Смотрите, какое количество икры. Это хорошо, прикольно и приятно. Хотел показать, потому что сейчас добавлю метилен синий, и здесь ничего не будет видать этой икринки совсем. Ну и устанавливаем ее на место. Сейчас немножечко забрасываем стирочку. Какие-то перемещения все-таки состоятся, и надо что-то делать. Поехали дальше. Икринка собрана, вот она установлена вот здесь. Ни распылителя, ничего не надо. Столб воды вот такой вот маленький. И это все дело работает. Когда-то кто-то мне в комментариях записал, я ему очень-очень, ребят, благодарен. Потому что результат, конечно же, меня в первые разы шокировал. И вот по этой системе и дальше работаю. Также уже надо подготавливать немножечко заказик. Вот на тернешку надо сегодня сейчас отправить будет. Должен приехать человек и забрать коробочку. Второму человеку отвезти. Вот какая-то такая система. И разобрался с барбусами вишневыми. Четыре парочки только отнерестились, но с четырех только одна хорошая. Есть такая, много хорошей икры. Остальные молчат, они по три дня могут сидеть и не нереститься. Ну, пускай себе сидят. И поехали вот заказик вот этот вот упаковывать. Заказик успешно уехал вот этот вот с тернешкой, и все хорошо. Также доехала одна посылка, которую я вчера отправлял. По-моему, да, вчера отправлял, она уже сегодня доехала, вся рыбка жива, все хорошо и прекрасно. Это мне самое лучшее такое вот, конечно же, СМС, что с рыбкой все хорошо. Все-таки переживаешь как-никак. Ну и вот так вот. Немножечко еще уже успел поработать. У меня было здесь вот барбус вишенка и барбус суматранский. И здесь также такая же история, но немножко есть анциструсов. И что я хочу сделать? Тоже перебрать вот этот вот аквариум, вишневый барбус. Он по размеру такой же, как и тот, что я перебирал. И здесь еще есть пару штучек суматранских барбусов, но это, конечно же, не показатель. Но все-таки что-то там есть. И убрал я вишенку и барбусов суматранских вот сюда вот. Вот здесь вот у меня обосновалась вишенка. Плохо видать, конечно же. Потом покажу, аквариум наполнится. А вот здесь вот обосновался у меня барбус суматранский. Вот такое его количество, конечно же, не маленькое, но все-таки есть. Хорошенько себе плавает, есть обычный, желтый, желтый с полосками, глошный, вот такой вот всякий разный барбус микс. Ну а здесь подрастает еще немножечко барбус вишневый. Но я хотел сюда того забросить, но тот намного поменьше, чем этот. Этот уже продажный, такой вот 2 плюс сантиметра.
А тот еще маленький. Но и здесь есть немножко побольше вот таких вот глошечек. Хочу себе на производ оставить немножечко, а остальные подрастают на продажу. Вот эта вот лампа, ну прям классно смотрится. Вся глошка вот под этими лампами вот такая вот красивенькая. Не могу понять, что так камера снимает. Вроде бы все хорошо, и вода прозрачная, но что-то так вот. Но здесь так совсем вода чистейшая. В этих вот аквариумах. Здесь тоже глошечка. Вот видите, как она, какая она яркая под вот этими диодами. Немножечко синего спектра. И вот так вот это все дело выглядит. Ну и сейчас хочу немножечко заполнить тех аквариумов. У меня там вверху один и внизу один. Только надо делать под них лифты. А у меня их нету. Но я хочу убрать отсюда вот эти. Они там не надо. Опа, смотрите, происходит нерест. Сколько икры они отложили. Ха-ха, красота. Ну, пускай работают. Пока их не трогаю. Вот эти вот орлифты временно хочу убрать оттуда. Они там почему-то не нужны, потому что здесь 8 рыбок и немножко анциструсов. И также вот там вон губка на помпе работает, все хорошо и прекрасно. Они там незачем, уедут в те аквариумы. Ну а орлифты надо делать, это 100%. И хочу переместить вот эту вот скалярию. Вот эту вот скалярию и анциструса в один аквариум. Ну и хочу немножечко совместить Данюшку и Барбуса Огненного. Там пару штучек малечков плавает. Ну и освободятся у меня аквариумы под нересты и все такое. Потому что здесь созревает рыбка, здесь созревает рыбка. А она не должна здесь созревать. А созревать должна вот в этих вот аквариумах. И я смотрю, немножко проклюнулось, ребят, барбуса. Одни барбусы сегодня в голове. Немножечко гурамычи. Вот видите, не знаю, фокус ловит, не ловит. Вот это вот черное пятнышко. Это, ребят, личиночка гурамычей жемчужной. Совсем мало, но хотя бы сколько. А то все остальные молчат, а гурамычи жемчужные сработали. И это суперски. Вот так. Немножечко аквариумов опустело. Сомики суперреды, скалярия и скалярия. Три аквариума свободных. И они уехали вот сюда. Вот, ребят, скалярка, вот видите, маленькая. Здесь, конечно же, темно. Плохо видать, но здесь она есть. Протока включена. Орлифтик один работает. Надо сейчас подключить еще второй, но я забыл на работе шуруповерт, и мне должны привезти его, но после 6 вечера. И пускай она здесь себе поживает, подрастает, и все у нее будет хорошо. Только вот я обогреватели выключил, я боюсь за перепад температуры и не знаю, как это будет, как она себя поведет. Ну, посмотрим. Сейчас еще немножечко передвижений. Это личинка барбуса огненного и малечек, можно сказать, он уже плавает и кушается. Даню, погнали дальше. Вот и еще немножечко поработал, ребят. Вот сюда вот уехала золотушка. Маленькая, маленькая, маленькая. Вырезал вот эти вот стеклышки. Сейчас надо, губки достираются, установлю два аэрлифтика. Также сюда вот прокапывается тоже все хорошо. Данюшка и барбус огненный. И вот здесь вот натворил делов со скалярией. Вот так вот немножечко поработал с вот этой вот стоечкой, с моими малечками. Ну, конечно же, здесь еще работы ого-го как много. Но это будет уже не сегодня. Барбуса вишнёвого я наконец-то наплодил столько, сколько я хотел. Вот смотрите, целый-целый аквариум. И меня это радует. Будет что продавать. Ну и также барбус суматранский. Тоже у меня долгое время ничего не получалось с ним. Но сейчас вот, видите, немножечко его есть. Так сотни
2, а то и 3, я так думаю. Ну, вот. С барбусами немножечко разобрались. Сейчас хочу, ребят, спасать своих дермогенезов. А то гидра, вот эта вот противнейшая гидра, смотрите, какие заросли ее здесь есть. И надо убрать вот эту вот рыбку всю отсюда. А то мне это очень как не нравится. И я думаю, они уже малька должны были давать, но, скорее всего, и скушали. Я так думаю. Ну, посмотрим в дальнейшем, как, да и что. Сейчас занимаюсь вот этой вот рыбешечкой. Еще немного работы в копилочку. Минус один аквариум отсюда. Надо их убрать все отсюда, потому что, ну, надо. Здесь будут какие-то выростники вот такие вот наподобие стоять. Но тоже надо переклеивать вот этот и вот этот. И вот тот аквариум. Но это будет, конечно же, со временем. По мере поступления стекла. Я уже давным-давно на стекольню не заезжал. Там было, ну, килограмм так 200, а то и тонна стекла. Но, правда, тоненькое. Мне оно пока времени не надо. Есть тонкого стекла, есть запасов с лихвой. Ну и один минус. Это уже хорошо. И он переехал вот сюда, вот, ребят, дермогенезы вот здесь. И здесь еще креветка пальмата. Она такая вот, ну, вот такая вот креветочка интересная. Малька я в этом аквариуме не наблюдал, где были дермогенезы. Скорее всего, они их всех скушали. Наверх надо какое-то плавающее растение забросить. И, ну, у меня нету, но надо какую-то наяду хотя бы забросить, чтобы она была, если будут рожать, чтобы малечек куда-то прятался. Вот уже два аквариума, креветка, ну и плюс рыбка. С рыбкой размножение, конечно же, плохо, но по мере поступления будем что-то думать. Вот. Здесь красота. Вот такая вот. Ни дизайна никакого нету. Пару анубиасов уже глаз радует. Также, ребят, вот разобрался с этим вот аквариумом. Почему? Рассказываю. Потому что надо мне подготовить Данюшку всю на отправку. Но это будет на субботу. Вся Данюшечка уезжает отсюда и оттуда. Но надо разобраться с ней. Мелочь оставить. И у меня еще здесь немножко плавает, вот там немножко плавает, и вверху, по-моему, что-то там есть. Это все надо совместить в какой-то один аквариум. Мелкую, а побольше отобрать сюда временно, пускай они здесь поживают. Тоже убрал вот эту вот фильтрацию, ту, что вон там вон вдали. Вот видите, плохо надел губку на аэрлифте, и она просачивается в воздух, нехорошо. И вот так вот намного удобнее. Не буду заморачиваться вот с теми фильтрами, что-то там чистить. Сифонить это все время отнимает, ух, как много. А губки быстро заменил, простирал, и все хорошо, отлично. Также, ребят, вот в этом вот аквариуме, у этого папашки, я убрал немножко малька анцистроса. Вот такое количество, все желтенькие, и у них всегда рожаются желтенькие. Там вуалевая форма есть и простая. У дермогенезов было много-много гидры. Я ее, ребят, все растючку вот сюда вот забросил. Залил вот эту вот улитку стоп. И трупики все внизу. Вот гидры. Пускай постоит до завтра, он на основе меди. Креветку, конечно же, думаю, тоже убьет, но пускай постоит до завтра. Завтра куда-то их определим, эти растения, промоем их, и будет все хорошо. Вот постепенненько будем убивать вот эту вот гидру на всей моей маленькой аквариумной ферме. А то она меня измучила, и нету фептала у нас в аптеках нигде, я уже их задолбал. Потому что постоянно закажите, закажите, и никто нигде не может их заказать.
Ну, возможно, через интернет заказать. Опа, идейка стрельнула. Ну, это уже такое дело. Будем наблюдать за этим дальше. Надо будет завтра посмотреть. Вот так вот. На работа на сегодня не окончена, потому что надо убрать минорчиков, ребят. Минорчики отнерестились. 4 пары, по-моему. Вот здесь куча икры. Здесь куча икры. Здесь куча икры. И здесь куча икры. Надо их убрать отсюда, чтобы они набирали икринку, маловки и отдыхали. Ну и также просмотреть еще раз барбуса вишневого. По-моему, кто-то там что-то там наметал. Вот здесь снова есть икринка.